В этом году в пожарно-прикладном спорте принимают участие 17 пожарных частей всей республики. Им предстояло пройти три этапа – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарную эстафету и подъем по штурмовой лестнице. Один из сложных и интересных этапов – пожарная эстафета. Благодаря хорошей подготовке ребятам удалось показать отличный результат. Чтобы сдать эстафету на отлично, команде нужно было пройти дистанцию за максимально короткое время, да еще и без ошибок. Отработка этих упражнений помогает спасателям во время тушения настоящего пожара. Соревнования важны тем, чтобы наши пожарные повышали свое мастерство, профессионализм. Именно вот в рамках таких соревнований именно команды готовятся, показывают свой уровень, естественно, побеждают сильнейшие. Участники соревнований показали хорошие результаты. Главное, говорят ребята, справиться с волнением. Тогда все получится. Пока это первый этап проведения соревнований. Далее победители республиканской эстафеты отправятся на региональные соревнования. Сложного ничего не было. Навыки у нас отработаны на каждодневных тренировках. Эти соревнования дали немного опыта для предстоящих соревнований зональных. Ну и все, что мог, сегодня я показал и добился соответствующего результата. Подобные соревнования для пожарных спасателей проводятся ежегодно. Их цель – довести каждое упражнение до автоматизма. Ведь во время чрезвычайной ситуации каждая секунда на счету. От оперативности пожарных порой зависит человеческая жизнь. Рая Дзантьева, Алла Венедиктова, Осетия ТВ.